Вот дурной пример, заразительный. Да. Грушу кушает. Обалдеть. Сладкое любишь? Первый раз вижу, что волк, хотя уже давали. На фрукты потянула мою сладкую. Да. Скажи, все груши едят, а я говорю, что не могу, что ли? Вон еще одна. Ты посмотри. Но они, правда, очень сладкие груши. Не хулигань. Вижу, напрягся. Гадость какая. Вот у нас тут. Волгочка, да, моя девочка, да. Вот она тут кушает. У нас груши. Тоже вся в грушах. Как они блестят. Да, моя сладкая, да, хорошая. Да, 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 да. Кушай, кушай, у тебя тут много, вон. Груш полно. Ешь, да ешь. Ешь, моя хорошая, ешь. Если уж волк груши ест, то понятно. Да, представляешь? Просил, просил у меня. Я кидаю груши, а он просит. Ну, думаю, дай ему. Кинул две штуки. Смех смехом, вот он вторую доедает. Да, вторую доедает, да? Все, никак не осилить. Не осилить. Нет, там кончилось все уже, да. Вот две коробки я Волге высыпал. Нет, не осилил вторую. Знаешь, волк грушу съел. Волк или вот поток? Ну, черный. Все ест, да? А я и не знал. Вот этаж лопает. Да, он молодец. А. Тот вот серый, вот Саша, это, вытирается об нее, короче. А этот лопает. Не, я кидаю груши Волге, а он все просил лапой. Думаю, дай дам ему. Он две груши срубал. Ну, да. Ой, молодец какой, ты оказывается. Ты, оказывается, все ешь. Да. Все, что ли? Я у тебя еще одну возьму грушу, волку дам. Пошел, понес, да. Ой, тут осы аккуратнее, на сладкое это. Осы прилетают.